Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Audi A5. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию багажника и пола в салоне. Разобрали, предварительно подготовили, обезжирили поверхность. Покажу, клеим по программе премиум, покажу, какие материалы мы используем. Первый слой мы наносим на полу в багажнике. Это у нас Dark 3 вибропласт. Арки Эксперт. Наносим он сам по себе четырехслойный материал. Шумопоглотители используем на арках блокшот 7 мм, мембранная шумоизоляция 7. Вот. Шумопоглотитель вторым слоем на полу в багажнике 6 мм. По салону. Также первый слой вибропласт, четырехслойный эксперт. Второй слой шумопоглотитель, мембранная шумоизоляция, блокшот 7 мм. Сейчас доделаем, собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!